Кажется, тут можно выбраться. Иона, помоги мне с этим. 3, 2, 1. Ты цела? Помоги-ка мне. У тебя спина в крови. Я займусь лагерем. Да, я посмотрю.
Так себе. Знаешь, нам тут столько довелось испытать. Я невольно думаю про брата. Я всегда защищал его. От отца, от самого себя. Но он погиб. Ты сделал все, что мог. Окажись я в нужном месте, в нужное время. Он был бы жив. Будь у меня глаза на затылке. Всех тебе не спасти, Иона. Спасибо. Я скучаю. Знаю. Родители. Мне их не хватает. А недавно мне приснилась мама. Да? Угу. Такой реальный сон. В детстве отец многое от меня скрывал. Прятал вещи. Особенно ее. Зачем он это делал? Она умерла, и он берег меня от боли. Конечно, я все равно их искала. Но до сих пор у меня есть вопросы. Твой отец оставил больше тайн, чем раскрыл. Доминге сказал, при помощи серебряного ларца из чели он преобразит мир. Будь у тебя эта сила, что б ты сделал? Впал бы в панику. Ты бы не хотел вернуться в прошлое и увидеть брата? Потерять все остальное? Нет уж. Я люблю наш мир, он не идеален, но все, что я люблю, сейчас его часть. Чтобы найти сокровище, хитроумная Лара Крофт должна обмануть короля, найти запретную гробницу и раскрыть тайну Белой Королевы. Ее ждет много испытаний. Лара, ты делаешь математику? Она не может больше терять ни минуты. Сейчас, пап! Высокие стены замка влекут и дразнят героини. На пути героини чудные звери. Кто знает, свирепы ли они. Это похоже на фигурку из игры, которую играли мама и папа. Но почему она здесь, на игровой площадке? В нижней части нацарапана буква А в честь Амелии, моей мамы.
По большей части, она бьет на повал. Наша героиня может со 100 шагов сбить даже муху с телеги. Запретная гробница зовет меня. Белая королева, плененная, но не забытая. Раскопки покажут, какие секреты таит эта земля. Поразительно. Крофт проникла в гробницу, куда тысячи лет не ступала нога человека. Я много об этом думал и по-прежнему твердо верю, что Лару нужно защитить от этого страшного горя, как ты это называешь. Если она станет все время думать о матери, ей придется еще тяжелее. Пусть она лучше остается ребенком. Пусть ее не тревожат такие мрачные мысли. Если ты не прекратишь эту свою кампанию, то я без колебаний уволю тебя из особняка семьи Крофт. Нужна больше терять времени. Лара взбирается на утес над озером кипящей лавы. Кажется, наверху в гнезде что-то виднеется. Thank you.
Крофт, надо поднапрячься. Сэр, я понимаю, что последние годы вам было нелегко, но всем страшно не хватает Амелии. Однако, меня беспокоит то, что Лара начала забывать то немногое, что знала о своей матери. Это ужасно. Я понимаю, что Леза не в свое дело, но вы не думали о том, чтобы поговорить с ней об Амелии? Мне кажется, это поможет вам пережить вашу тяжелую потерю и сблизит вас с дочерью. Врата замка надежно охраняются. Наша героиня не зря пошла в обход. Свежие могилы. Король беспощаден к нарушителям границ. Пройти. Гвардейцы выйдут на обход территории.
Наверное, Уинстон меня уже ищет. Запретная гробница зовет меня. Испытание мастерства. Героине придется попасть в яблочко, чтобы опустить корзину. Вот оно, сокровище. Кажется, это мы сняли в Эльмемше. Я мало что помню, если не считать сильного аромата специй на базаре. Мама такая счастливая. И папа тоже. Это нечестно. Почему она умерла? За настоящим сокровищем запретную гробницу. Героине нельзя шуметь, чтобы не привлечь внимание короля. Ну а Лара-то здесь вообще при чем? Она у себя в комнате делает уроки. У нее мало времени. Гвардейцы не ждут, что Крофт полезет на стены замка. Башня замка выше, чем ей казалось. Она карабкается все дальше, высматривая другой вход. Вход.
бедная Лара балансирует на головокружительно опасной высоте, но забывает о страхе. Почти прибыли. Она устремляется навстречу цели. Вперед, к запретной гробнице. Этот парапет поврежден. Ей придется протискиваться. Цель уже близко, до нее рукой подать. Но на пути невидимое силовое поле. Нужно отыскать другой вход. Бесстрашная героиня взобралась на вершину. Вот, наконец, она замечает проход внизу. Главное – осторожность. Что ж у меня за дурья башка? Тя! Наконец, она входит в запретную гробницу. Ого! Унесла королеву великая мышь на 30 северный, 90 восточный. Излила свое сердце она взаперти. Светом любовь отопрешь ее точно. Наверное, белой королеве одиноко. Цитата из Чосера. Что лучше мудрости? Женщина. А что лучше хорошей женщины? Ничего. Эти координаты имеет какое-то отношение к глобусу. Барды середины 14 века. Думаю, германские. Боюсь представить, сколько весили барды. Бедные лошади. Король и белая королева. В счетах что-то есть. Бедняжка, наверное, почти ничего не видит в этом шанфроне. Эти координаты имеют какое-то отношение к глобусу. Бедная королева, когда Мария Терезия умерла в муках, король сказал,
Она впервые меня побеспокоила. Король Солнца, Людовик XIV, взял в жены Марию Терезию, окончив давнюю войну между Францией и Испанией. А это из Египта, сундук с оком Гора. Внутрь клали вещи, которые должны были помочь владельцу устроиться в загробной жизни. Византийский свиток. Правосудие есть неизменная и постоянная воля предоставлять каждому его право. Император Юстиниан. Это старая игра. Два щита и белая корона. Может, это белая королева? Чаша святого Иоанна. Апостолу предложили испить отравленного вина, но когда он взял кубок и помолился, яд стал змеей, а апостол, выпив вина, остался жив. Голова царя Давида. Из пастуха в короли. Бывает же! Любовь отопрешь ее точно. Сработало!
проникла в запретный мезонин. Ей надо быть настороже. Я Тири, южноафриканский лекарь. Маленький тираннозавр. Наверное, он тоже потерял свою маму. Я просто хочу поблагодарить вас за осмотрительность, а также и за проделанную работу. Хранилище построено в точном соответствии с моими указаниями. Последний платеж будет отправлен в конце недели. Задержка была связана с бухгалтерской ошибкой, которая уже исправлена. С уважением, Ричард Крофт. Надо найти Белую Королеву. Куда ни встань, маски все равно смотрят прямо на тебя. Узнаю стиль майя. Это кукулькан? Интересно, что это за собаки? Это из Колумбии. Маска вождя Зену. Может быть, эти глаза видели Эльдорадо. Черепа животных. Знак смерти. И символ больших перемен. Некоторые из них я еще не видела. Асуари. В этом сосуде находятся человеческие кости. Не могу разобрать надпись. Такие доспехи носили конкистадоры в эпоху великих географических открытий. Интересно, что они нашли? Фигурка Арика. С островов Кука? 25-я династия. Как удивительно украшен этот саркофаг. А это из Греции? Нет, из Персии. Интересно, что она охраняет? Персидская львица. Кто-то украл ее голову. Интересно, куда она смотрела? Маска аборигенов Африки. Сделана из золота. Наверное, Ашанти. Посмертная маска Агамемнона, найдена в Микенах. Великая мышь расправляет крылья. Белая королева, плененная. Я должна ей помочь. Ее можно освободить! Светом любовь отопрешь ее точно. Колотящимся сердцем наша героиня переступает порог неизведанного. Это мамины вещи.
Темный путь стражат летучие мыши, молвил рыцарь. Белая королева одарила его загадочной улыбкой, сказав: мыши? Я не боюсь мышей. Я вообще ничего не боюсь. Что у нас здесь? Ты, я и тиранозавр в Египте. А где папа? На работе. Взять и все бросить. Я на пороге. Ты всегда на пороге. Твоя одержимость разрушает нашу семью. Одержимость? Я одержим. Ты упускаешь детство дочки, потому что все время копаешься в гробницах на другом конце света. Неужели ты несчастлив с нами? Это открытие чрезвычайно важно. И мне плевать, что обо мне думают. Пап! Не смей мне угрожать. После всего, что я сделал... Эй! Эй! Пап! Папа! Пап! Ну же! Прошу, пап! Очнись! Пап, не бросай меня! Привет. Так, гора с серебряной верхушкой? Да. Интересно, что нам сегодня готовят джунгли? Что бы ни готовили, мы справимся. Ну, хуже, чем вчера, уже некуда, а?